хочешь умереть? Серов прибыл. Что? А то самое. Ты хоть знаешь, что этот пропуск на 4 человека? А ты здесь один. Или тебя 4? Пожалуйста, не надо со мной больше этого делать. Я совершил ошибку. Я понимаю, что на Вавилонскую башню нельзя смотреть, но я же... Вавилонскую башню нельзя увидеть. На нее можно только взойти. Говорю это тебе, как ее сторож. А то, что ты видишь, это Тофет. Что такое Тофет? Это место жертвенного сожжения людей. Я не понимаю. Можешь считать, что Тофет – это обычный телевизор. Я что, в телевизоре? В некотором смысле. Ты видишь техническое пространство, в котором сгорает ваш мир. Огонь, в котором вы сгораете, надо обслуживать. И ты относишься к обслуживающему персоналу. К обслуживающему персоналу? Ведь ты копирайтер. Значит, ты один из тех, которые заставляют людей глядеть в пламя потребления. Согласись, что лучше греться у этого огонька, чем гореть в нем заживо. Слушай, у меня беда. Я кислотой обожрался. Я в таких случаях мантру читаю. Записывай. Ум, мелафифон, благ, хаша. О, М, М, Е, Л. Что это значит? Да не важно. А водка у тебя есть? Ум, мелафифон, благ, хаша. Ум, мелафифон. Два каша. Он дал фифон. Он дал фифон два каша. Он дал фифон два каша. Он дал фифон два каша. Перед тобой, Господи. Я плохо и неправильно живу, я знаю. Ну, в душе у меня нет ничего мерзкого, честное слово. Я больше никогда не буду есть эту дрянь. Я просто хочу быть счастливым. Но у меня ничего не получается. Может, так мне и надо. Вот так мне и надо. Не умею, кроме как писать плохие слоганы. Да тебе, Господи, я напишу хороший. Честное слово. Они ведь тебя совершенно неправильно позиционируют. Они ведь вообще не въезжают. Взять хотя бы этот последний клип. Ну, где собирают деньги на эту церковь. Там стоит такая бабуля с ящиком. В нее сначала кладут рубль из Запорожца, а затем 100 баксов из Мерседеса. Ну, как мысль, понятно. Но как позиционирование совершенно не катит. Ведь тому, кто из Мерседеса западло, после Запорожца коню ясно. А нам, как таргет-групп, нужны именно те, кто в Мерседесах. Сюжет клипа. Длинный белый лимузин на фоне храма Христа Спасителя. Задняя дверь открыта. Из нее бьет свет. Из света появляется сандаль, которая слегка касается асфальта. И рука, лежащая на ручке двери. Лика мы не видим. Только свет, рука и нога. Слоган. Солидный Господь. Для солидных господ. Господи, тебе нравится? Пошли. Куда? Не бойся, там все свои.
Только не стремайся и в измену не уходи. Не думай, что мы здесь все ебануты. Мне это все по барабану. Но без этого в нашем бизнесе никак нельзя. Никак. Ты когда-нибудь в пионерлагерь ездил? Ездил. Ну вот, помнишь, у вас там был такой день Нептуна, когда всех в воду окунали? Да, был. Ну вот представь себе, что такой день Нептуна и есть. Традиция. Короче, базар такой, что была когда-то одна древняя богиня. А боги по этому базару тоже смертные и носят себе свою смерть чисто как люди. И вот этой богине тоже выходил срок умирать, она, естественно, не хотела, и она разделилась на свою смерть и на то, что не хотела умирать. Она стала золотом, но не металлом, а в переносном смысле, понимаешь? Короче, она стала тем, к чему стремятся все люди. Всем золотом вообще. А ее смерть стала хромым псом с 5 лапами, который должен вечно спать в одной далекой стране на севере. Вот он изображен, видишь, с ногой вместо хуя. Я нечто похожее читал в статье из университетского справочника. Какой статье? Про нашу контору? Нет, про языческих богов. И вот среди этих богов был такой хромой пес-пиздец с 5 лапами. По преданию, этот пес спит где-то далеко в снегах. И когда он проснется, вот тогда он и наступит. Я не понял. Кому этот пиздец наступает? Не то чтобы кому-то или чему-то, а наступает всему. Всему. А как богиню зовут? Ее никак не зовут. Когда-то, очень давно, ее звали Иштар. По хромой собачке та же картина, а все остальное ты правильно сказал. Я думаю, ты понимаешь, что на нас в России лежит особая ответственность. Потому что пес спит именно здесь. Встань на колени, сними маску. Ты есть посредник, и ты есть послание. Что это за жидкость? Собачья кровь. Символику, надеюсь, не надо объяснять? Нет, не дурак. Читал кое-что. Что дальше? Дальше ты должен посмотреть священный глаз. Да не бойся ты. По этому глазу богиня узнает своего мужа. Но поскольку муж у нее уже есть, то это пустая формальность. Для Лени, конечно, довольно напряженный момент, когда кто-то другой заглядывает в священный глаз. Но до сих пор обходилось. Так что давай. Что происходит? Уже ничего не происходит. Все уже произошло. Но зачем? На священном гадании в Атланте оракул предсказал, что у Иштар в нашей стране появится новый муж. С Задовским-то у нас давно были проблемы. А вот кто этот новый, мы никак понять не могли. Известно было только, что он человек с именем города. Мы думали, думали, искали. А тут вдруг из первого отдела приносят мне твое дело.
И получается, что по всем понятиям, это ты и есть Вавилен. Я? Я, но почему я? Ну, не знаю, ты у себя спроси. Меня почему-то богиня не выбрала. Меня тоже когда-нибудь задушат? Ну, это часть профессии. Ты, главное, если чего, какие проблемы возникнут, сразу же ко мне. Вот тебе первый совет. Когда переедешь в кабинет к Азадовскому, сразу же этот ковер прококаининный сверни и выброси к чертовой матери. Фарсук Карлович, скажите мне по секрету, кто всем этим на самом деле правит? Вот тебе второй совет. Не суйся. Дольше будешь живым богом. Хотя, честно говоря, я и сам не знаю. А ведь столько лет в бизнесе.